Наступила весна, а значит, в Церкви «Дверь в небо» начался сезонный пост и молитва. Со 2 по 6 марта мы приглашаем вас каждый день на 18:30 на вечернюю молитву в Церковь «Дверь в небо» на Рабочей 152. И в окончании поста и молитвы у нас состоится вечер хвалы и поклонения 6 марта в 18:30. 8 марта у нас состоится служение исцеления на двух собраниях в 11:00 и 14:00. 10 марта в 18:30 пройдет сбор всех тех, кто причастен к служению прославления. Не пропусти это время. Женщина. Добрая, ранимая, веселая, непредсказуемая. Такой сотворил тебя Бог. В тебе кроется огромная сила и потенциал, заложенный Богом. Ты достойна. Ты Его жемчужина. Я хочу пригласить тебя на женскую конференцию, которая состоится 21 марта в 14:00. Тебя ждут семинары, подарки, молитва и живое общение. Мы очень постарались, чтобы здесь было интересно каждой девушке любого возраста, ведь мы говорим о простых, но таких важных вещах, которые хочется пронести из поколения в поколение. 28 марта в 12:00, суббота, пройдет служение для всех тех, кто считает себя старшим поколением. Будет интересная программа, а также приглашенный гость – музыкальный народный ансамбль. А также, все лидеры, внимание, 28 марта в 17:00 для вас пройдет лидерский тренинг, поэтому вам необходимо там быть обязательно. Дорогие братья и сестры, вот сейчас наш дорогой брат производит, выполняет малярные работы. Эта комната будет для аппаратуры. За мною возводятся уже потихоньку стены мужского туалета. Благодарим вас, дорогие братья и сестры, за вашу веру, молитву и за каждую гривну, которую вы жертвуете. Мы верим, что в ближайшем времени здесь мы все закончим для удобства каждого из вас. Пусть Бог вас благословит. Дорогие, вот Сергей, он у нас прораб постройки в церкви. И, Сереж, расскажи, пожалуйста, что это за новые профиля? Это стенка, разделяющая туалеты от кухни. Делим помещение на части по проекту. Сереж, скажи, пожалуйста, когда наши сестры, когда моя Оля, твоя Оксана смогут пользоваться новым туалетом в церкви? Ну, по мере поступления работ выполняем, никто не отдыхает. Работаем не на износ, но по силам, которые дает Господь, слава Богу. Что еще, какие необходимые работы здесь выполнить? Построить стены, запустить коммуникации, электричество, водоотвод, подачу воды. Вентиляцию. Да, сделать вентиляцию. Электрику. И можно зашиваться, ставить унитазы и потихоньку. Потихоньку будем пользоваться. Всем огромное спасибо, братья и сестры, за вашу поддержку и жертву. Драгоценные, как вы видите, вот, наконец-то, первый баннер на фасаде здания нашей церкви, который говорит людям, что это церковь «Двери у небо» с расписанием наших воскресных собраний. Многие меня спрашивали, почему здесь Доминика расстроена, даже предлагали поменять баннер. Я думаю, что мы его заменим. А Доминика здесь расстроена, потому что она не хотела фоткаться. Но это хорошая иллюстрация, что семья, она не только всегда улыбается, в жизни есть разные моменты. Дорогие, сейчас я хочу вам сказать о том, что многие из вас не могли попасть в церковь в течение недели, потому что наши центральные входы открываются в воскресенье, в четверг и в пятницу, а в течение недели у многих был вопрос, как же попасть в церковь. Это был целый квест. Но, наконец, с помощью каждого из вас мы решили эту проблему. Идемте, я покажу, как теперь легко и просто попасть в здание церкви.
Дорогие служители, если вы в течение недели пришли в церковь и хотите попасть на репетицию, домашнюю группу, консультирование или просто в офис церкви, все, что вам нужно, нажать вот эту вот кнопочку, подождать, пока секретарь нашей церкви Светлана идентифицирует вас по камере. Это Богдан, я хочу попасть в церковь. Откройте, пожалуйста, дверь. Оп. И ждем щелчок и заходим в церковь. Алло? Алло? Да, слушаю вас. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а вы в Бога верите? Какого Бога? У меня больше, чем ты меня. Тогда купите массажер, пожалуйста. Ну что, на этом новости у нас закончились. Всем пока-пока!